26 июля центры обслуживания населения города Бишкек начнут принимать заявки на получение справки о привлечении лица к уголовной ответственности о наличии или отсутствии у гражданина судимости на территории Кыргызстана. Как отмечается, данная услуга внедряется в столичный ЦОН для наиболее удобного способа подачи заявления, экономии времени у заявителя. Заполненное заявление будет направлено в МВД, и через 7 дней справку о несудимости можно будет забрать в Центре предоставления госуслуг Главного управления информационных технологий МВД. Если же справка нужна срочно, то на платной основе через 1,3 дня можно будет получить ее. Напоминаем, что в ЦОНах по городу Бишкек функционируют также зоны самообслуживания, в которых граждане также могут подать заявки на получение этой справки через государственный портал электронных услуг. Инициатива запущена Министерством цифрового развития совместно с МВД в рамках исполнения указа президента о неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление.